Появился вот так, дом. В истинный дом, да, в истинный. Это рожденный киргиз появился, вот, вот это теперь в истинный строительство, вот это дом строили. Вот жили, в истинный жили, там город жили, туда-туда. И потом они... Жайло, все такое, такое живет они. Так, Акырды. На такой работе, на такими руками хлеб будет сладким. Мы продолжаем нашу официальную часть открытия 4-й международной туристической. Данная юрта стоит с доставкой сюда в Бишкек, с растаможкой, значит, все простое стоит $800 США. Если, например, я куплю юрту стоимостью $5000, то я, соответственно, буду вынужден буду сдавать ее тоже подороже. Я не уверен, что я как бы ее окуплю, потому что все-таки моя цель как бизнесмена получать прибыль. И поэтому, значит, я пока остановил свой выбор именно на китайских юртах. Пользуются спросом, значит, такие же юрты, только диаметром 3 и 4 метра. То есть они более компактные, их еще легче собирать, еще легче как бы разбирать, они легче перевозятся, значит. Они стоят еще дешевле, где-то в пределах $600-700. Да,
Да, из металла, то есть совхоза для своих. Девушку забирают родственники жениха. А вот здесь представляем, продолжаем наш концерт ассамблеи. Я не знаю, какая необходимость в нем есть, потому что даже микроклимат в этой юрте, она не такая. Там синтетика, металл, это все к организму человека, она не так приятен, я так думаю.